8 вечера в Украине. На Интере время подводить итоги. Сегодняшний день в материалах корреспондентов подробностей. В студии с вами я, Александр Васильченко. Смотрите выпуски. 22 года Конституции Украины. Как отпраздновала страна и какие звучали заявления? Трагедия на стадионе. В Черкассах баскетбольный щит упал на ребенка. Халатность или несчастный случай? Асад снова атакует. Правительственные войска Сирии нанесли сокрушительный удар по повстанцам. Какие будут последствия? Конституции 22 года. В Украине сегодня отмечают день принятия основного государственного документа. Напомню, в ночь на 28 июня 96-го его утвердили 315 депутатов Верховной Рады. Именно Конституция регулирует все базовые принципы государственного устройства. Форму правления, экономическую модель, границы, язык и символику. Правки в основной закон уже вносили. И вот сегодня президент в своем обращении по случаю праздника попросил нардепов снова начать работу над изменениями. Однако одно из них – отмена депутатской неприкосновенности. Кроме того, Порошенко напомнил, необходимо закрепить в Конституции стратегическую цель нашей страны – членство в ЕС и НАТО. Ориентация на Евросоюз и Північно-Атлантичный альянс підтримується абсолютною більшістю громадян, про що переконливо свідчить динаміка громадської думки. Серед політиків дедалі більше стає охочих поставити під сумнів наш чітко вивірений європейський курс, щоб ніхто і не думав петляти, впевнений, що це має бути прямим текстом зафіксовано в українській конституції. Можливість зібрати 300 голосів за таке важливе рішення в нинішньому складе Верховной Рады, я твердо в этом переконан, є. О необходимости менять Конституцию говорил сегодня и премьер. Владимир Гройсман уверен, что документ уже устарел, но при любых правках интересы всех украинских граждан должны быть соблюдены. А главной целью работы правительства считает сделать Украину успешной страной с развитой экономикой. Зала заседаний Кабінету міністрів України. Саме у цій залі ми розглядаємо багато важливих рішень, які впливають на розвиток нашої держави і на якість життя українських громадян. Всі наші рішення базуються на основному законі, на Конституції України, річницю якої ми сьогодні відзначаємо. З часом Конституції потребує вдосконалення, але дуже важливо, щоб всі ці вдосконалення слугували інтересам українських громадян. Наша мета – зробити Україну сильною, процвітаючою країною. Отмечали День Конституции сегодня по всей Украине, но были не только праздничные шествия. В разных городах люди вышли, чтобы выступить за освобождение политзаключенных из российских тюрем, наших военных из плена ОРДЛО. Вспоминали и бойцов, воюющих на Донбассе. Центральная площадь Кропивницкого. Полсотни человек вышли поддержать соотечественников, украинских военных, которые уже четвертый год подряд в плену. Это Сергей Глоднер и Александр Коренков, военнослужащие 3-го отдельного полка спецназначения. В плен они попали во время выхода украинских солдат из Дебальцевского котла в феврале 2015-го. Мій брат перебуває у полоні на окупованих територіях Донецької області уже більше 3,5 років. Зв'язок з ним відсутній з червня 2016 року. Іноді раз у 3 місяці, звісно, вдається передати через Червоний Хрест, але на сьогоднішній день жодна міжнародна організація не була допущена і не може підтвердити, в якому стані перебувають хлопці. Права українців порушуються за ґратами в ОРДЛО. Права українців порушуються за ґратами в Російській Федерації. Тому в нашій Конституції написано, що права українців не порушені. Права, свободи, честь, гідність – це те все, що, чим ми маємо дихати. Але так не відбувається, на жаль. Участники акції випустили в небо символічні красні шарики з цитатами із статей Конституції, які гарантують права і свободи кожному українцю. В Харькове ко Дню Конституции на здании обладминистрации появился огромный сине-желтый флаг. Полотнище растянулось на 4 этажа в высоту. Государственный флаг вывешивают в эти дни уже 3-й год кряду. А на площади Конституции к памятнику независимости сегодня принесли цветы чиновники, ветераны АТО, представители духовенства и жители города. Конституція – це найвищий перелік норм і цінностей, які об'єднують український народ у єдину націю. І настільки, наскільки ми відповідально і зріло відносимося до своєї Конституції, до своїх законів, свідчить про те, чи готові ми приєднатися до цивілізованого демократичного світу. Чи є в нас внутрішня сила приєднатися до найсильніших світу цього. Це свято як держави, так і кожного українця.
В Івано-Франковский День Конституции традиционно отметили праздничным концертом в филармонии. Это одна из знаков державы, одна из знаков Украины, идентификации. Поэтому не только для меня, а и для нас всех, украинцев, это надважливо. Степан Волковецкий – один из тех, кто 22 года назад принимал основной закон Украины. Тогда удалось принять конституцию, которая отвечает европейским и мировым стандартам. И это все-таки историческая подія, и это очень хорошо. Однако это не означает, что у нас нет проблем. Проблемы не в недосконалості законодавства и конституции, а проблемы основні в невиконанні конституції і законів України. А на улицах Сум в этот день звучали духовые оркестры. Ко дню Конституции тут уже в 17-й раз проводят фестиваль «Сумы Украины». Участие в нем приняли 12 коллективов из разных регионов страны. Даниил Снисер, Елена Брынза, Жанна Дучак, Владимир Кувакин и Зиновий Автонас. Подробности, телеканал «Интер». Ситуация на передовой снова обострилась. Сегодня в результате вражеских обстрелов погибли два украинских бойца. Боевики из минометов и арт-установок накрыли огнем позиции наших военных в районе поселка Южное, выпустив полсотни мин и 25 снарядов. Досталось и жилым районам. Подробнее расскажет Ирина Баглай. И вот там, видишь, сгустки крови, там, туда побежал и потом уже здесь уже умер. Недолго мучился. Так от разрыва мины погиб Дик, овчарка Руслана. Было тихо, вспоминает мужчина. И тут взрыв средь бела дня, прямо у ворот. Семье повезло, в этот момент они все были в доме. Маленького сына жена забрала со двора за считанные минуты до взрыва. Вот тут игрался. Буквально 5 минут зашел. А так бы, ну, ребенку тут 4 года, вот, 5 лет будет. За 5 минут до вот этого разрыва? Да. А старший собирался за хлебом идти. Как раз бы вышел, тут бы остался. После первого разрыва сразу второй. Мина залетела на соседний двор. Там хозяевам повезло меньше. Они сейчас в больнице с осколочными ранениями. Ничего, никакого свиста, ничего. Помылся, вышел с душа. В хату шел, вот тебе и на. Поймал. У Сергея Васильевича осколок из руки врачам достать так и не удалось. У жены контузия и осколочная в спину. Волной меня внесло в летнюю кухню, и осколок попал в спину. Я подумала, что у меня спина горит одежда. Я сразу начала руками пробовать, вроде бы огня не это. Потом кинулась, у него кровь льется. Ну и я чувствую, что у меня что-то вот сбоку держит. Я дергала новую футболку. Ну, такой маленький осколок упал мне под ноги. Свою историю пара рассказывает в больнице Торецка под дребезжание стекол в окнах. В нескольких километрах отсюда, в селе Южном, продолжают разрываться снаряды. Там и видно. Йора! С утра над селом Южным вот такая канонада. Со вчерашнего вечера боевики открыли огонь из артиллерии. И бой продолжается все утро до сих пор. Только за час, подсчитали военные, боевики выпустили с полсотни мин и 25 снарядов 122-го калибра. Ворог працював з 120-мм мінометів і зі 122-мм самогітних артилерійських установок. У них основне їхнє місце, звідки вони працюють мінометами, це шахти імені Гагаріна. У них там є і велика територія для роботи, тобто вони себе там впевнено почувають. Далі десь з Горлівки, можливо, так як вони люблять працювати з якихось вулиць, прямо в Горлівці, з жилих масивів. Погасить агрессию российских наемников военным удалось, лишь применив ответный огонь. В результате этого боя двое наших пехотинцев погибли. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности, телеканал «Интер». Российская сторона препятствует встрече украинского омбудсмена с политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом сообщила Людмила Денисова, которая сегодня пыталась посетить узника. По ее словам, в последний раз с украинским режиссером она общалась в 10-х числах июня, после чего связь прервалась. Как утверждает Денисова, российские чиновники свои обязательства не выполняют, вопреки всем договоренностям. Доступ к Сенцову, который содержится в колонии «Белый медведь», ограничили. Официальная причина, названная российским омбудсменом, наличие у Денисовой украинского гражданства. Никто не намерен выполнять никакие договоренности, не те высокие гарантии, которые были даны, чтобы
просто безперешкодного доступу до всіх політв'язнів. Сьогодні ми так само і не знаємо, що зараз відбувається з Олегом Сенцовим. Ви побачили, як це може бути. Напомню, украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. А 14 мая он объявил бессрочную голодовку. К тому же потребовал освободить из российских тюрем 64 украинца. Голодовка Сенцова продолжается до сих пор, но о состоянии политзаключенного уже 2 недели ничего не известно. Ми маємо лише відомості від омбудсмена Російської Федерації про його стан здоров'я, але є величезні сумніви щодо достовірності тієї чи іншої інформації. І поки ми самі або наш консул, або омбудсмен України не отримає інформацію з перших вуст, не побачить Олега Сенцова, в якому стані він перебуває, ми не зможемо переконатися в достовірності цієї інформації. Тому, безперечно, ми направили ноту протесту російській стороні щодо безперешкодного доступу пані Людмили Денисової до Сенцова, який незаконно отримується на Ямалі. Позволить украинским чиновникам, в том числе уполномоченному Верховной Рады по правам человека, посещать заключенных украинцев требуют представители ПАСЕ. Парламентская ассамблея Совета Европы сегодня приняла специальную резолюцию по украинским узникам. В документе, в частности, отмечается, что Москва должна обеспечить соблюдение прав человека. В Европарламенте сегодня обсуждали, какая же должна быть миротворческая миссия на Донбассе и как добиться ее создания. На конференции собрались евродепутаты, представители ОБСЕ и НАТО. Каким выводом пришли, расскажет Елена Абрамович. Поговорить о введении миротворцев на Донбасс дипломатов и экспертов пригласили евродепутаты. Парламентарии взволнованы обострением ситуации и понимают, что позиции по поводу роли голубых касок в Киеве и в Москве очень разные. Поэтому вероятность создания миссии миротворцев сейчас призрачна. Не лучше ли сконцентрироваться прежде всего на прекращении огня и обсудить, как этого достичь? Даже несмотря на то, что часто нам это не удавалось. Потому что мой опыт многократного общения с населением в серой зоне показал, люди на самом деле даже не понимают, что такое миротворцы. Они просто хотят, чтобы не стреляли. Впрочем, представитель миссии ОБСЕ Александр Хуг с помощью цифр наглядно продемонстрировал, режим тишины – не решение вопроса. И нужны дополнительные меры. Чего сегодня не хватает и что могло бы улучшить ситуацию, так это создание механизмов ответа на любое нарушение нынешних или будущих соглашений. Сотни тысяч нарушений режима прекращения огня, погибшие, раненые и никаких последствий ни на месте, ни в политическом плане. Мониторить мало, нужна еще ответственность за нарушения. Давить на Россию нужно с помощью санкций, настаивали участники дискуссии от Украины. Дипломаты надеются на влияние Соединенных Штатов. Путин вскоре встретится с Трампом. Миссия будет создана только в случае принятия резолюции Совбеза ООН, а для этого необходимо согласие России. Это базовый факт, поэтому не стоит забывать, что нам нужно договариваться с Москвой. В то же время дипломат подчеркнул, предложенный Путиным формат миротворцев, когда они будут защищать только представителей ОБСЕ, неприемлем. Миссию нужно разворачивать на всей неподконтрольной части Донбасса и украинско-российской границы. Если размещать миссию только вдоль линии разграничения, то в результате будет замороженный конфликт, а нам этого не нужно. Участники дискуссии согласились, не пытают иллюзий, что можно быстро достичь компромисса по этому вопросу, но заверили, приложат максимум усилий, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Середонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Встреча все-таки состоится. Белый дом окончательно подтвердил, Дональд Трамп встречается с Путиным. Как сказал сам американский президент, чтобы обсудить Сирию и Украину. О готовящихся переговорах более подробно рассказал советник по нацбезопасности Джон Болтон. Важные месседжи прозвучали сегодня и от госсекретаря США. Майк Помпео не исключил, что Россия может снова войти в состав Большой Восьмерки, не возвращая Крым Украине. При этом подчеркнул, что Америка по-прежнему не признает аннексию полуострова. Подробнее Дмитрий Анопченко.
Место встречи изменить нельзя. Договорились окончательно. Хельсинки 16 июля, то есть после саммита НАТО, назначенного на 11-12. Ранее сенаторы и окружение Трампа настаивали, мол, нельзя проводить такую встречу, не поговорив вначале с союзниками. И президент эти призывы услышал. Даты изменили. Повестку дня определят в течение 2 недель. И хотя в официальном сообщении пресс-службы Белого дома темы разговора предварительно сформулированы как «двусторонние отношения» и «ряд вопросов национальной безопасности», сам Трамп накануне сказал журналистам, намерен обсудить в первую очередь Сирию и Украину. Думаю, мы будем говорить о Сирии, а также об Украине. Мы многие вопросы можем затронуть, а там посмотрим, что будет. Ведь на переговорах никогда не знаешь, что случится. Готовить эти переговоры Трамп отправлял в Москву человека, которому он сейчас абсолютно доверяет, своего нового советника по национальной безопасности Джона Болтона, из первых заявлений которого и можно понять, от чего в Белом доме ждут от финских переговоров. А наговорил Болтон многое. Во-первых, Штаты не ожидают каких-либо конкретных договоренностей от финской встречи. Во-вторых, его позиция заключается в том, что санкции, введенные против России, должны быть сохранены. Назвал еще одну тему, которую Штаты на этих переговорах хотели бы обсудить. Ситуация вокруг договора о ракетах средней и меньшей дальности, отказ от которого может привести к новому витку гонки вооружений, а это не в интересах новой администрации, которая хоть и увеличивает финансирование армии, но хотела бы потратить эти деньги на переоснащение, а не на новые ракеты. Важные месседжи прозвучали и от Майка Помпео. Благо в этот момент как раз были назначены сенатские слушания с его участием. И вопросы к госсекретарю возникли как раз о встрече Трампа с Путиным. Глава американской дипломатии подчеркнул, эта администрация проводит более жесткую политику по отношению к России, чем любой другой предшественник Трампа. А задача, с которой президент поедет в Хельсинки, снизить уровень напряженности. Президент надеется, что мы сможем снизить градус напряженности, уменьшить риск для Америки и найти, где сможем, точки соприкосновения, возможно, достичь хороших результатов по Украине. Сказал Помпео о санкциях. США будут по-прежнему уговаривать европейцев их сохранить и объяснять, что это в интересах самой Европы. Первое же сообщение о том, что эта встреча Трампа и Путина все-таки состоится, вызвали волну критики здесь, в Америке. И теперь за этими переговорами будет внимательнейшим образом следить Конгресс. Не нужно забывать, что и расследование Мюллера, который ищет связи штаба Трампа с Россией, сейчас в разгаре. А это значит, что не стоит ожидать каких-либо уступок от Трампа на этих финских переговорах, в том числе и уступок по Украине. Наоборот, ему нужны договоренности, которые можно будет представить здесь, в стране, как свою внешнеполитическую победу. А уступки здесь восприняли бы как слабость. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Готовиться к наихудшему сценарию в отношениях с Америкой призвал страны ЕС глава Евросовета Дональд Туск. Об этом он написал в открытом письме участникам двухдневного саммита в Брюсселе. Политик отметил, что трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Трампа. И разногласия не только из-за ограничений в торговле. По словам Туска, Трамп следует доктрине, при которой нет друзей, есть только враги. Для Евросоюза может стать судьбоносной миграционная политика. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления в Бундестаге. В Германии и ЕС, по ее словам, компромисса в этом вопросе до сих пор не достигли. Напомню, ранее глава немецкого МВД предложил не пускать мигрантов, которые уже были зарегистрированы в другой стране Евросоюза. С такой позиции не согласилась Ангела Меркель. Достичь общего решения по этому вопросу лидеры стран-членов ЕС пытались на экстренном саммите по беженцам, который прошел в Брюсселе на прошлой неделе. Тогда переговоры закончились провалом, поэтому сегодня главы европейских стран собрались снова. Придется ли возвращать миллионные премии? Суд Швеции оставил в силе вердикт о приостановке решений Стокгольмского арбитража. Согласно ему, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиардов долларов по контракту на транзит через территорию Украины. К слову, за это решение, не получив еще ни копейки от «Газпрома», топ-менеджеры украинского монополиста уже выплатили себе премии. На общую сумму более 20 миллионов долларов. Остальные деньги, свыше 25 миллионов, собрались получить, когда «Газпром» полностью рассчитается. В свою очередь, российская компания заявила, не заплатит ни цента без решения апелляционного суда. Сегодня вступил в силу закон о создании антикоррупционного суда. Напомню, нардепы приняли документ 7 июня. Формирование такой структуры – одно из
требований МВФ и западных партнеров. По их мнению, этот суд позволит победить тех, кто ворует по-крупному. Впрочем, эффект от антикоррупционных мер, которые уже применил Киев, равен 6% ВВП. Такого результата удалось добиться за 4 года. Об этом на международной конференции в Копенгагене заявил глава правления Института экономических исследований Игорь Бураковский. Ми отримали, з моєї точки зору, дуже гарний результат. Щороку, завдяки тим заходам, які були зреалізовані в 2014-му, 2017-х роках, економічний ефект складав приблизно 6% валового внутрішнього продукту. Це означає, що ми отримуємо реальні здобутки в боротьбі з корупцією, хоча ясно, що корупція, на жаль, на сьогоднішній день не подолана. Антикоррупционная инициатива от Олега Ляшко. Главный радикал предлагает разработать механизм отзыва коррупционеров от власти и закрепить его в Конституции. Есть у Ляшко и другие инициативы по изменению основного закона. Президентские и премьерские функции он предлагает объединить, а контроль за деятельностью главы государства передать парламенту. А вот количество депутатов, по его мнению, нужно сократить до 250 и запретить нардепам избираться в Раду больше двух раз. Жорстка вертикаль влади, сильний президент, ліквідація посади прем'єр-міністра, президент – глава уряду, який формує уряд, парламент із сильними контрольними повноваженнями, скорочення чисельності міністрів, максимум 10. Отака структура, коли президент – глава виконавчої влади, несе повну відповідальність за стан справ в країні, має усі повноваження, але й максимальну відповідальність. Киевские полицейские задержали похитителя сына сотрудника посольства Ливии в Украине. Это двое граждан Египта. Они давно проживали в нашей стране. Главный мотив подозреваемых – выкуп. Говорить задержанные пока отказываются. Сейчас следователи готовят ходатайство в суд о мере пресечения. Напомню, сына ливийского дипломата похитили несколько дней назад. Двое мужчин схватили парня средь бела дня в центре города, насильно посадили машину и увезли. Посол Швейцарии в Украине спровоцировал тройное ДТП на трассе Киев-Чоп во Львовской области. Авария случилась накануне вечером неподалеку от села Дедилов, сообщают местные активисты. По их данным, автомобиль «Вольво», которым управлял посол Швейцарии Гийом Шойрер, выехал на встречную полосу и столкнулся там с двумя машинами. В результате пострадали 6 человек, травмы легкие, госпитализация понадобилась только попутчице посла и водителю одной из машин. Во Львовской облгосадминистрации информацию не подтвердили, однако имени гражданина Швеции не назвали. В нацполиции сообщили, обстоятельства аварии еще устанавливают. Один из водителей иностранец, ему 56 лет, а это возраст Шойрера. Трагедия в Черкассах. На центральном стадионе баскетбольный щит едва не раздавил 12-летнего мальчика. Прямо на глазах у его отца и десятков очевидцев. Как и почему это случилось, Станислав Кухарчук расскажет. Это баскетбольное поле, где в прошлое воскресенье случилась беда. Сейчас о ней напоминает лишь высохшее пятно крови и сложенная баскетбольная конструкция. Именно она едва не раздавила 12-летнего Олега Рудницкого. Тренер парня рассказывает, сыграв футбольный матч, его команда ожидала награждения под надзором родителей. Как подростки очутились на баскетбольном поле, не знает. Минуту назад дети счастливые, готовится одно, а потом случается такая беда. Тут можно многих винить, я могу винить и себя, потому что я вообще это все проводил, весь этот турнир. Родители могут винить себя, они были рядышком в 50 метров. Конструкция весом несколько сотен килограммов сложилась в считанные секунды и покалечила Олега. Он в реанимации. Позади тяжелая операция на позвоночнике. Ни мальчик, ни его родители с прессой почти не общаются. До сих пор в шоке. Ведь то, что баскетбольный щит сделал с позвоночником ребенка, ужасает. Хребцы полетели. Вот это должны быть. Видите, какие? А вот они все разлетелись. И перелом вот тут. Что есть? Маленький тут. Тут и тут. Подобных травм врачи областной детской больницы не помнят уже давно. Олег 6 лет занимался футболом и подавал большие надежды. Но об игре сейчас даже речь не идет. Врачи делают все, чтобы мальчик хотя бы когда-нибудь поднялся на ноги. Сейчас важко сказать, будет ходить, чи не будет, чи есть движение, чи не будет движение, чи будет спинальник. Трудно сказать, я думаю, что через месяц мы будем знать. Как все произошло, зафиксировала камера наблюдения стадиона. Правда, видео, якобы из этических соображений, дирекция не предоставляет. Там говорят, это несчастный случай. И в деталях пытаются описать, что происходило. Только он залез, потянулся руками, одну ногу поставил, другую ногу поставил, и она склалась. Все. Вот это, что мы видим.
Правоохранители уже изъяли подъемник, щита и видеокамеры наблюдения в качестве вещественных доказательств. Сейчас устанавливают, это был несчастный случай или все же служебная халатность. Именно по такой статье открыто уголовное производство. В першу чергову дії вони кваліфікують поки так, 367. По кінцю досудового розслідування, я думаю, буде все з'ясовано. І якщо будуть з'ясовані інші обставини, то можливо, но не факт, буде перекваліфікація. А вот для родителей Олега сейчас важнее поставить сына на ноги. После операции позвоночник мальчика зафиксирован пластиной и винтами. Нижних конечностей ребенок не чувствует. Украинские врачи сделали для юного футболиста все возможное. Теперь его ждут медики в Израиле. Андрей Кравец, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасы. Дети, пережившие войну, нуждаются в особом внимании, уверен лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Сегодня он посетил лагерь, где проходят реабилитацию ребята из прифронтовой зоны. Подробности в нашем сюжете. В детский лагерь под Киевом Артем приехал из Донецкой области. Вспоминает, как вместе с мамой выезжал из родной Горловки, под звуки снарядов, минуя блокпосты. О том, что такое война, в свои 9 лет мальчик знает не понаслышке. В лесной заставе ему больше всего понравились лошади. Это лагерь мечты. Тут есть лошади, на них можно кататься. Первый раз мы катались со страховкой, а второй раз уже просто лошадь держали на крюке. Лесная застава – особый лагерь. Здесь уже не первый год принимают детей беженцев и военных. С ними работают психологи и волонтеры. Мальчики и девочки, которые видели ужасы войны, проходят реабилитацию. Александр работал учителем труда и физкультуры в Золотом Луганской области. Год назад приехал в этот лагерь как волонтер. Сегодня он старший воспитатель. Рассказывает, в эту смену волонтеры привезли детей из серой зоны. Зайцева, Маринки, Водянова. Меньше километра линия соприкосновения. То есть детки, приезжавшие оттуда, то есть очень хорошо знают, что такое боевые действия, ну и все, что связано с этим неприятным моментом в нашей стране. И тут они уже как бы отдыхают в тишине и спокойствии. У нас насыщенная программа, нет времени отдыхать постоянно с детьми, квест за квестом, развлечения, походы в лес на выживание. Поначалу ребята или слишком активны, или наоборот, очень замкнуты. Их учат преодолевать препятствия и мечтать. Маша вместе с новыми друзьями учится работать в команде. Нам надо перепрыгнуть скакалки, сделать задание, и мы пройдем квест. Кто первый выполнит из команд квест, тот зарабатывает лесовички. А еще детей учат брать на себя ответственность. Вожатые придумали для своих воспитанников настоящий медицинский тренинг. Занятия необычные. Детки собирают ягоды, грибы, и в это время с ними работают психологи. Прогулка превращается в урок, незаметно для ребенка. Якщо дітки навіть граються в якісь рухові ігри, це не просто рухові ігри, це рухові ігри, які мають сценарії. Коли вони їдуть в притулок до старих людей, коли вони їдуть в притулок до тварин, і вони доглядають за кимось, вони прекрасно розуміють, що вони не є жертвою, що вони допомагають комусь. І кожен день діти відпочивають, поють, танцюють, участвують в конкурсах. А сьогоднішнього дня можуть кататися на нових велосипедах. Це подарунок депутата опозиційного блоку. Взамен воспитанники лагеря угостили нардепов печеньем. Лесная застава создана руками волонтеров и неравнодушных людей. Несколько лет назад лагерь практически из руин восстановили благодаря усилиям Юрия Бойко, а также депутатов-оппозиционеров. Таких лагерей должно быть больше. Политики должны остановить войну, принести мир, остановить стрельбу и закончить те ужасы, которые сейчас есть у нас в стране. Вот это главное, что должны сделать политики. А детки довольны, дети сдружились здесь, дети еще вернутся. Атмосфера уникальна. Об особой атмосфере говорят и сами воспитанники. Я очень много нашел новых друзей. Теперь не хочется с ними расставаться. Очень круто прошла смена в лагере. Много было чего интересного. Наталья Шумакова, Евгений Каминский. Подробности, телеканал Интер. Правительственная армия в Сирии начала крупномасштабное наступление на позиции повстанцев. В районах, которые занимает оппозиция, идут тяжелые бои. Много убитых и раненых. Беженцы массово покидают эти места. Большая часть из них направилась к границе с Израилем. Сергей Ослендер знает подробности.
Провинции Идлиб и Дера – фактически последние районы страны, которые контролирует оппозиция. Сирийская армия наступает на них по двум направлениям. Бои разгорелись ожесточенно, обе стороны активно используют тяжелое оружие. Гуманитарная ситуация очень скверная. После первых же выстрелов толпы беженцев начали массово покидать свои населенные пункты. Часть из них устремилась к иорданской границе, там уже скопилось около 50 тысяч человек. Другая часть двинулась в сторону границы израильской. В ООН говорят, что это только начало. Скорее всего, беженцев будет гораздо больше. Как ни странно, но применение тактики Асад воспринимается воюющими сторонами как путь к успеху. Эту тактику используют проправительственные силы, вооруженные группы и террористы. И они, вероятно, будут применять ее и в других местах Сирии. Насилие не уменьшилось. Провинции Идлиб и Дера станут следующими. По опыту сирийской войны правительственная армия, скорее всего, захватит часть провинции, после чего приступит к осаде крупных городов, используя обычную тактику. Постоянные артобстрелы и бомбежки с воздуха жилых кварталов со всеми вытекающими последствиями, колоссальными разрушениями и жертвами. В Израиле этот новый виток эскалации вызвал очень сильную тревогу. Больницы Израиля на севере уже буквально забиты сирийскими ранеными, а армия занимается снабжением беженцев прямо через границу. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Немецкий эсминец, который базировался в норвежских водах, подорвал себя ракетой. Она не вышла из пусковой установки и сдетонировала прямо на борту. Два члена экипажа ранены. В последние годы вооруженные силы Германии переживают не лучшие времена. В конце прошлого года стало известно, что все 6 подводных лодок немецкого флота недееспособны. 4, потому что еще обслуживаются на верфях, а остальные 2 ожидают ремонта. Британскую армию привлекли к тушению пожара под Манчестером. Там пылает еще с воскресенья. Дым накрыл несколько деревень и городков. Жителям советуют оставаться в помещениях и не открывать окна. Наш британский корреспондент Светлана Чернецкая с подробностями. Это не облака, а клубы едкого дыма, которые растянулись на километры вокруг. Пожар видно даже из космоса, его зафиксировал спутник НАСА. Горят торфяные болота под Манчестером. Зафиксировали не менее 6 очагов. Огонь движется в сторону жилых районов. Вчера вечером было очень страшно. Мы видели красные языки пламени из окон нашей спальни, даже слышали треск огня. Он приближался очень быстро. Мы выбежали на улицу к пожарным и спросили, не угрожает ли нам опасность. Вчера вечером пожарные сдались, признали, что сами с огнем не справятся и позвали на помощь армию. Общими усилиями большую часть пламени удалось потушить. Впрочем, торфяники продолжают тлеть. И только ветер усилится, огонь тут же разрастется. Около 100 семей уже покинули свои дома в районе стихийного бедствия, а соседние села и города просто задыхаются от едкого дыма. Вот сейчас я с вами разговариваю и ощущаю этот дым. Сейчас на солнце его не так видно, но запах просто ужасен. Поэтому к вечеру наше самочувствие ухудшится. Утром у меня кружилась голова, а когда я открыл дверь, то увидел, что пепел полностью покрыл пол. 30-градусная жара и ветер лишь способствуют распространению огня. Горят достаточно отдаленные районы, к которым трудно добраться пожарным машинам. Поэтому спасателям и военным приходится преодолевать по несколько километров пешком под палящим солнцем, чтобы доставить насосы и шланги поближе к очагам возгорания. Сейчас трудно сказать, сколько времени понадобится для того, чтобы потушить огонь. В болоте много торфа, и при таких погодных условиях, как сейчас, он становится топливом. К тому же, нам нужно гораздо больше воды, чтобы его погасить. Мы работаем изо всех сил, но я думаю, что это закончится не скоро. Пересохшие болота поливают водой из соседних озер. Применили бранспойты и даже привлекли вертолеты. Ситуацию легко мог бы спасти щедрый ливень. Впрочем, прогнозы неутешительные для пожарных. Синоптики предсказывают, что ни капли дождя не выпадет ни на этой, ни на следующей неделе. А жара будет держаться на отметке около 30 градусов. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Что будут делать в армии 16-летние французы? Накажут ли канадца, у которого 24 жены? И какие семьи самые богатые в мире? Об этом и не только в нашем обзоре.
16-летних французов будут призывать в армию. Новый план возвращения службы ввело французское правительство. Призываться будут и парни, и девушки в два этапа. Сначала в обязательном порядке их будут месяц обучать гражданской культуре. На втором этапе молодые люди будут изучать сферу, связанную с обороной и безопасностью. Но это уже добровольное обучение, которое будет длиться значительно дольше – от 3 месяцев до года. Программу планируют развернуть с начала следующего года. Пьяный китаец случайно заплатил в такси в 100 раз больше. Инцидент произошел в городе Хэфэй. Пассажир использовал приложение на мобильном, чтобы оплатить поездку. Но когда указывал сумму, ошибся. Вместо 1490 юаней ввел 1499. Это примерно $220. Ошибку обнаружил водитель уже после окончания своей смены. Китайцы разыскивают компании такси и местные власти, чтобы вернуть деньги. Канадца, который имеет 24 жены и 149 детей, приговорили к 6-месячному домашнему аресту. 60-летнему Уинстону Блэкмору можно будет только ходить на работу и вызывать врача. Также мужчине предстоит 150 часов общественных работ. Блэкмор принадлежит к религиозной группе мормонов и когда-то даже был епископом. Их вера позволяет мужчинам иметь несколько жен сразу. Но некоторым из благоверных Уинстона едва ли исполнилось 15 лет. Информационное агентство Bloomberg назвало 25 самых богатых семей мира, которые передают состояние из поколения в поколение. Список возглавили Уолтоны, владеющие сетью супермаркетов Walmart. У них свыше 12 тысяч магазинов по всему миру. Их состояние оценивают более чем в $150 миллиардов. На втором месте семья Кохов с почти 95 миллиардами, заработанными на добыче нефти. На третьем семейство Марсов, производители батончиков, Milky Way, Mars и конфет M&M's. У них около $90 миллиардов. Азиатская группа ученых нашла останки ранее неизвестных животных в пустыне Гоби. Их передали на экспертизу в монгольскую столицу. Во время экспедиции также обнаружили кости предков велоцираптора и тарбозавра. Ранее ученые думали, что эти динозавры не обитали в этом районе. Всего исследователи нашли более 250 новых мест для перспективных раскопок. Для этого они использовали данные со спутников и дронов. 15-этажный отель в китайском городе Жуншань разрушили за 10 секунд. Видео, на котором запечатлен процесс уничтожения, опубликовали на китайском портале Суху. Ролики снимали очевидцы и жители соседних домов. Взрыв был контролируемым, граждан предупредили о том, что гостиницу снесут. Прилегающие к ней дороги перекрыли. Отель был историческим зданием. До недавнего времени там принимали гостей, но потом строение признали ветхим. Улицы Ужгорода сегодня буквально заполонили девушки в свадебных платьях. Там отмечали День невест. Участницы устроили парад и настоящие соревнования. За что боролись? Все видела Марина Коваль. Это не массовый побег со свадьбы, так начинается День невест в Ужгороде. Девушки в белых платьях мчатся по центральной улице. Расстояние 500 метров за минуту и 39 секунд первой преодолела Анастасия. Это должен был забег для женихов. Вообще женихи должны бегать за нареченными, а не нареченные от жениха или к нему. Это забег, я считаю, просто такой развлекательный, популяризация бега. Екатерина бежала в платье, в котором выходила замуж. Несмотря на его длину, не запуталась и успешно финишировала третьей. Зручно. Без підюбника нормально. В семье треба бути спортивным, сильным и витривалим. Пока одни невесты удивляют спортивными рекордами, другие покоряют свадебными платьями. Дизайнер Лариса Богдан предлагает экспериментировать с яркими цветами. У моем видении наречена має бути саме така, як ми. Яскрава і незабутня. Ми такі сказочні вообще. У необычных невест и букеты нестандартные. Вместо цветов – овощи-символы. Чеснок – как оберег от нечистой силы. Перчик – для остроты чувств. Тенденція така в світі є, і це теж досить цікаво і досить популярно. Воно дуже гарно доповнює образ нареченої. Тому мені здається, що за цим, можливо, теж певне майбутнє. Парні, наблюдавшие за парадом, говорять, таке кількість невест в місті не пугає. Напротив, вдохновляє. Дуже приємно бачити симпатичних дівчинок в платьях, десь йокає щось, да? Якби... Может, уже пора делать предложение. Организаторы рассказывают, цель парада – пропаганда семейных ценностей. Весілля – це, перш за все, початок сімейного життя і ставилися до нього більш серйозно. Якщо вам хочеться просто візуальної красоти, вдітися в плаття, пройтися, будь ласка, для цього є парад наречених.
Невесты гуляли по городу целый день. А для тех, кто заинтересовался свадебной темой, в центре Ужгорода устроили еще и мастер-классы по свадебному макияжу и украшению свадебных кортежей. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Ужгород. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Хорошего вам вечера и до встречи на Интере.